28 тысяч украинских сел и 700 городов были разрушены в ходе Второй мировой войны. Погибли 8 миллионов украинцев. Почти половина человеческих и материальных потерь всего СССР пришлась на долю Украины. Ми відходимо від того радянського спадку, коли 9 травня відбувалися святкування. Бо насправді святкувати немає що, чого загинули мільйони людей. І нормально, очевидно, коли 8 травня відбувається вшанування. День памяти и примирения после принятия резолюции Генассамблеи ООН во всем мире отмечают с 2004 года. Украина присоединилась в 2015. Акцентируется очень большое внимание на понятие общей победы тех стран, которые принимали участие в борьбе с нацизмом. И неважно, какая это была страна, или это Советский Союз, который внес действительно большой вклад, или это, например, Норвегия, или там Греция, которая, на территории которой тоже велись большие, огромные бои. В этом году в связи с карантином 8 мая Украина без массовых мероприятий. На жаль, коронавирус не дозволит нам публичных каких-то заходов, в том числе покладания квитов. Но я вважаю, что восени мы это наверстаем. Это имеется на увазі саме 2 вересня. Именно 2 сентября 1945 года произошло событие, положившее конец Второй мировой войне. Тогда на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт капитуляции Японии. 2 сентября 2020 года в Украине планируют официально почтить память погибших во Второй мировой войне.